Надпись эту. А никого и нету. Так, интересно. Мы кого-то ищем. Лилия нужна. Нам найдите ее, пожалуйста. Кого? А вот здесь Лилия такая прижала потеряевку. Лилия Владимировна? Да. А сейчас нет, она уехала. Она, она по работе уехала. А когда будет, не знаю. Так, ну тогда давайте с вами поговорим в кабинете. По поводу? По поводу того, что я ей обещал, привез подарок. Вы к редактору пройдите, а мне сейчас человек стоит. К редактору пройдите, пожалуйста. А где редактор-то? Это прямо, наверное. Прямо, наверное, да, нет? Прямо. А, не сюда, да не сюда. Вы меня ищете? А, да, главный редактор. Ага, пойдемте. Идите вон туда. Главный редактор, я найду. Вон, вон. Сейчас придет. Так, Марина Ивановна нас уходит. Вы будьте так любезны, присядьте, пожалуйста, сюда в кабинет. Сейчас я человека отпущу и вас все приглашу. Она хорошо, присядьте, да? Пожалуйста. Так, мы сейчас подождем. Ага, вот он. Надпись. Калина. Лилия Владимировна. А ну кого-то это все пройди с ними. Это очень знатное дело. Четко, не торопясь. Пройди туда, пройди обратно. Карлица. Так, что нам так ждать кого-то? А кого? Сейчас он освободится там. Звонит твой, да? Ну держи так, посмотри, где может еще что интересное. Тут. Что-то тут. Сейчас человек освободится. Как-то был, говорил, тебе не надо, я говорю, название, это какой же свет, как ты говоришь, уже на зиму повернул. А если имеет в виду переворот, так более трагического события в мировой истории не было.
одних славян только 110 миллионов погубили. А так все это. У меня хорошие отношения с ними были. Про это разговор шел. Она его ждет, как кто-то прийти должен кто-то. Сейчас человек отпустит. Это зря, что, конечно. Вот пометите, что фотография вот именно. Так. Алтайская правда, это они там выше, там губернская газета, еще сейчас печатали статьи про нас. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Да. Никого нету. Туда никак. Никогда не заходи, где никого нету. Либо пропавшие будут искать, в том числе и у тебя. Я так сделал, один оставил. Ну посидите, я в другой кабинет, а я ему выговорил. Так он потом в краевой администрации пошел, другим говорит, вот такие люди есть. Говорит, он меня, говорит, знаете, как прижал, говорит. Значит, Вера Владимировна была на Скотеляевке на день двухсотлетия. Да, ему материал написали. Я еще поставлю, чтобы здесь. Поставь. Вот. А потом мы приезжали сюда и поговорили. Я ей дал все данные наши интернетные. И одна книга есть такая, у меня вышло 38 книг из печати. Вот такого формата книги. Это вот одна из них. Но это в интернетной версии. Она заинтересовалась. Это моя биография. Это абсолютно все. Вот как меня судили, вот я арестованный иду. Ну, политзаключенный, я не вор, не разбойник. Поняла. Вот. Здесь все. Как шел суд, а нас что писали. Ритунский писал. Все абсолютно есть. И теперь я принес эту книгу подарить ей. Поняла. Хорошо, я передам. В интернетной версии это одно. Но она начала смотреть, видимо, не просто. И вот эта книга, вот если вам не трудно, прочитайте вслух предисловие. Вот это, вас это коснется тоже, может быть. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МДА, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со временем... Иеронима Стридонского. Иеронима Стридонского. В православии реализм материал такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив. Если есть покаяние, то отсутствие. За вступление. Все поняла? То есть эта книга очень и очень долго, 40 лет почти я собирал материалы. Я ей тоже ее дарю. Хорошо, я передам ее. Здесь вы по оглавлениям даже посмотрите, вот посмотрите, а что такое покаяние? Слово покаяние у вас же встречается. А автографы вы не ставили? Кто? Вы автографы не ставили на книгу? Нет, не ставила, меня не просили, давайте поставлю. Поставьте, Лилия Владимировна. Я на книге не могу поставить, потому что ну, есть слово Божие там нет. Просто это карандаш, давайте я вам хорошая ручка есть. Как вы это здесь поставите? Вот тут? Ручка хорошая. Это карандаш вы взяли. Я здесь? Угу. Это сегодня у нас 20-е. Угу. 06-го. Угу. 2018-го. Угу. Вот я напишу пожелание. Тем более передам, мы видим, передам, президент да. Сейчас в церкви бывает и поклоняется мощам, и времена удивительные. Ну и все. Слава Божию. Хорошо, передам. Спасибо большое. Так, до свидания. Там все данные, телефоны мои, они у меня есть. А я вам не давал визитку? Нет, вы мне не дадите. Подождите, визит. Я вам дам. О, это не просто визит. А у вас сколько работников здесь? 13. Сколько? 13 работников. Вот понимаете, спасибо. Здесь все. Переверните. Хорошо. Это наш видеоканал. 11200 роликов это наши. Угу. Там пройдете. Это все официально, это не как-то. Хорошо. Это почти всем? Угу.
Достаточно, Ваня, спасибо. Все? Хватит, да? Спасибо. По слава Божию. До свидания. До свидания. Мы с Потеряевки. Пойдет, пусть он, да? А белая машина не марки, да? Вот тут можешь заснять еще раз. Все, пошли, выключаем.